Привет, друзья! Намасте, сайрам! Сегодня 23 мая 2020 года. Я такая счастливая! Сейчас, наверное, часов 12. У меня два повода для счастья. Так, ну, три. Во-первых, иду на помойку. И почему я иду на помойку? Не просто так. Закончила я разгребать свой шкаф. Вернее, загружать туда все из коробочек. И сейчас буду частично выносить коробочки. Это йоговский коврик. Это из-под моих этих микрофонов коробочка Боя. Боя называются микрофоны. Но раз нету микрофонов, они там в Индии, в чемоданчике боевском, то коробку выкину. О, ну и йоговский коврик я себе тоже куплю новый. Этот тоненький слишком. Здрасте! Ой. А уже качает. Сейчас дальше еще расскажу. Выкину, расскажу. Странно, вон для стекла и для пластика, а все равно вот хоть бутылки узкие, можно же их туда закинуть. Нет, сверху положили. Не хотят раздельный мусор собирать. Так, сейчас пойду поищу, где у нас вот для... на благотворительность. Чистая зимняя черная куртка хорошая. Но единственное, что-то я подросла на самоизоляции. Ну, зимняя мне сейчас, наверное, очень надеюсь, не скоро нужно будет. А если вдруг нужно будет, то я куплю. Ой, да, второй повод для моего счастья. У меня дней 10 назад выпала пломба. И Люда записала нас, ей тоже надо было, к своему дантисту в городе. И все эти 10 дней у меня кошки на душе скребли. Потому что вот это вот детство, когда без обезболивания, я не знаю, до каких годов делали, когда просто пломбы. И, наверное, остался шок. Я вчера даже глицин под язык положила, 2 таблетки. Люди говорят, а чего вы волнуетесь-то так? С уколом же нормально. Я говорю, а я боюсь. Вот когда приехали, она говорит, кто первый? Я говорю, можно я раньше отмучаюсь, раньше перестану нервничать? Ну так хорошо, такой врач хороший. Люди, у него уже 9 или 10 лет. Только у него лечится, если надо. Так что вот, сошлись 2 таких больших радости. Что вчера тоже, опять же, Люда говорит, а гоби-манчжуриан, цветную капусту, говорит, так захотелось. Может, приготовите? Говорит, да с удовольствием. Вот прямо с превеликим удовольствием. Сегодня цветную капусту в кляре буду делать по-индийски. Они тут где-то гуляют. Они сейчас пошли с подружкой встретиться. Забрали детей. Самокаты, коляски. Боже, какой опьяняющий запах. Вот хоть сидит тут целый день. Подрезали, обрезали, облагораживают. Чудная деревенька. По-моему, у Магнита у нас был этот ящик сбора. Или, если что, пойду к Дикси. Вещей. Но вещи должны быть в хорошем состоянии, конечно. Она хорошая. Я бы носила, если бы не выросла. Вот. Благотворительная программа Лепта. Я даже не знаю, как это. А вот так вот. Курточку. Примите, пожалуйста. Надеюсь, кому-то пригодится, согреет. День очень-очень-очень хороший. Я была на почте. Ой, получила посылочку от Саши. Представляете? Сейчас покажу. Вот. Посылка. Ну, она, конечно, в нашем Почта России. Она послана
передано с девушками, которые улетели из Индии на вот этих вывозных рейсах. Не буду называть их эвакуационными, потому что это просто был вывоз за деньги, а не эвакуация. Вот. И он передал. Я очень рада. Спасибо, девочки, кто мне вот отослал. Сейчас. Из Москвы. Из города Москвы. Спасибо большое. Все дошло. Вот так вот. Очень-очень рада. Сейчас Саше позвоню. Покажу ему конвертик. I get parcel. Вот. Ура, ура. What are you doing? Watching movie? I'm watching Bollywood movie, yeah. Я ему сказала, что получила посылку, а он смотрит болливудское кино. Сейчас около трех. Да. В 5 вечера он пойдет чай попить внизу. I love you, да. Today very good weather. Ага. Окей. Okay. Thank you. Yes. Today I will prepare Gobi Manchurian. Today I will prepare Gobi Manchurian. Да. I will do Gobi Manchurian. Давай, все, давай, смотри свою мову. Пока-пока. Ага. Давай, I love you. I love you also. Ну, давай. Нет ты, вешай трубку. Нет ты. Сережка. Так он и не повесил, слышу. Сережка смеется, когда мы разговариваем. Он говорит, нет ты повесь. А у нас Маша такая, тык, сразу в экран. Когда мы начинаем долго прощаться. Хватит уже. Ой, какие большие пузыри летят. Смотрите, вон полетели за эту. Смотрите, какие огромные. Кто же их выпустил такие? Из какого агрегата? Мне такие надо. У меня пузырей много, но таких нету. Сейчас буду следить за детьми. Вон над машиной длинный, переливается. А где такие берут-то? Я такой хочу. А вы где такую купили штучку? А, спасибо. Супер. Смотрите наверх как. Хочу в ленту. Вот за этой штучкой. Я так подсела на пузыри. Почти каждый день пускаем. Маша веселится, и мы как будто бы Машу повеселить начинаем пускать. Ох, наконец-то хоть крохотный, но рыночек. Хоть какие-то торговцы выехали. Перебрала сегодня наряды. Не очень у меня много нарядов, конечно. Если оставаться, ждать, когда Россия будет давать визы до осени, чтобы Саши сюда прилетел, я так хочу. Мы так с ним решили. И потом поживем немножко. И вместе, чтобы отсюда улетали. Лучше я его тут подожду. Этого кустика я не видела. Смотрите, какой красивый. И здесь цветочки как посадили. Что-то как-то я даже не заметила, когда они это сделали. Девчушки. Ну, девочки уже такие, лет по 12. В ободках, в кошачьих ушках. Я тоже хочу кошачьи ушки. Я сразу их увидела, стала улыбаться. Все любят котиков. Ну, вот что купила. Аспаркам. Магний нужен. Я и в Индии принимала магний иногда.
калий, магний здесь. А то ноги сводят иногда тоже. И вот это Оки, то, что мне Даша посоветовала. Здесь, правда, такая большая коробочка. Но она сказала, это не сильно большая. Там 12 пакетиков всего. 300 с чем-то стоит. Вот. Не знаю, будет мне помогать или нет. Надо было, конечно, проверить. Почитать хотя бы надо было. Котики. Рыженький и черненький. Ну вот у майонеза скидка. Была 88, стала 47, по-моему. Это молоко хорошее. Может опять каких конфеток купить для радости жизни? Так, ну давайте посмотрим, что я купила на 549 рублей. Десерт. 3 штучки. Ну, это как йогурт. Там внизу манговое варенье, сверху йогурт. 3 штуки по 39,99. А молоко свежее, хорошее. Так, перец зеленый на 23 рубля. Это нам надо будет для гоби манчуриан, для соуса. Конфеты со смиксом. Со смиксом конфеты. Это все со скидками. Я вообще сейчас все только со скидками купила. Вот. На 23 рубля. Конфеты глейс-со. Конфеты карамель глазированная. Апельсины на 51 рубль. Конфеты осенний вальс. Самые дорогие. Вот они. По 499. На 75 вышло. Майонез Слобода. 2 штучки. На 89. И лимоны тоже со скидкой. На 49. 2 лимона. Ну, дальше гулять. Заслуженная прогулка. Посмотрю, что тут творится. Такая красивая полянка желтая. Алло. Ура! Все возвращается. И даже мой любимый, по-моему, секонд. Пойду пороюсь. Мои клиенты. Мои покупатели. Похоже на эковскую. Нет, не эко. Ну, саламандр. Мне ничего нету. Нету курточек моего размера. Здесь это самое ходовое мой размер. Вон по цвету похоже мои. Люда уже без куртки. Машу толкает, девушка Дашу, и в жилетке, по-моему, Дима, тоже на самокатике. А нет, вот Дима, тоже раздетый уже, в другую сторону от них катит. Привет! Классная погодка, да? А я ходила на почту, ходила в магазины. И как там в парке? Прекрасно. А людей много? Достаточно. А уточки есть? Нет, одни чайки. Ну, тоже можно кормить, можно уже выходить с булочками. Кормить я классно. Никто не кормил? Издалека. Ага, да, я видела издалека. Отличная погода. Ну, давай, я домой пойду, наверное. Люда хоть с ровесниками погуляет, а то сидит сам на 24 часа в сутки. Подбоченилась. Здравствуйте, Нина Антоновна, добрый день. Машу, Машу! Классная погодка.
Ой, даже до сюда, смотрите, где черемуха. И долетает запах прям сюда. Я купила уже одну цветную капусту вчера для Гоби Манчурин. Может, еще одну купить? Что-нибудь другое потом сделаю. Зайчик наш. Наш зайчик. Покатились. Оп. Биби. А ты что не на самокате, Люда, на Димином? А где мы сам на своем? А, сам на своем. Нам с тобой тоже надо самокаты. Только с этим. Ж-ж-ж-ж. Он даже прицеп. Прицеп. А, я домой, пока. Все, ага, увидимся. Увидимся, услышимся. Я говорю. Сейчас спрашивает ее подружка. Ну как вы, говорит. Где лучше, там или тут? Я говорю, сейчас я рада, что я здесь застряла, чем плюс 48. А Дима говорит, а я бы плюс 48. Говорю, ну прилетайте, закончится все вот это безобразие. На зиму, на зимовку прилетайте к нам туда, в Гоа. Говорит, что, на 2 недели, что ли? Говорю, на 3 месяца прилетайте, на всю зиму. Онлайн обучение освоили. Жилье найдем. Вдруг Сережке тут будет скучно. Дровишки. Ой, как вкусно пахнет дровишками. Детей-то. Детей-то на площадке. О, нормальные дети. Как в нашем детстве. Прыгалки такие. Все. С мячиком еще нужно вернуть игры. Штандарт, вышибалы. Потом бегали мы в казаки-разбойники, играли. Сейчас ремонтники я встретила. Дверь открыта в подъезд. Такой запах газа. Утечка где-то газа. Фу. Уйти, что ли, назад гулять? Фу-фу-фу. Так, ну сейчас я вам покажу, дорогие друзья. Даже еще не разделась как следует. Вот эту коробку надо будет вынести. Краску в гараж. Разобрать вешалку. Вот. Как вам покрывало? Новое покупать не хочу. У меня штуки 3 есть. Вот. На смену желтое, такое солнечное. И вот такое веселенькое. Как вам кажется? Сейчас. Медведи. Вот это медвежий столик. Коробку перевернула, пусть тут сидят медведи. Тут как бы столик будет для Саши. Потом, может, другой купим или развернем. В принципе, шило на мыло менять. Я думаю, просто развернуть и постелить какую-то сверху доску, чтобы вот эти углы туда ничего не проваливалось. Вот. Ну, балкон. Тут я пока собрала какие-то вещи, банки, коробки, цветная капуста, вот, которую буду делать сейчас. Это Наталья сказала кое-что не выкидывать, она все проверит. Вот. И вот так. Это тоже коробку. Если поместится куда-нибудь туда, я ее лучше пока оставлю. Может, я в ней что хранить буду. Когда все без коробочек. Вот. Это уже все. Дом сейчас прохладно, так хорошо. Да. Очень хорошо. Ну, почти все готово. Вот. Клей забыла купить. Тут оторвалось что-то. Надо ее приклеить. Своей баба молодости, хатейчик, которому надо гладить животик. Будда. Это мы с Саши. Совушки мне присылали зрители. Дарили тоже. Тут слоник, конечно. Мой хрустальный шар. А это вот... Ой, ну вот она выпадает. Я тут даже подписала. Звезда Болливуда. Саши Бхатнагар с супругой. Это мы снимались в фильме в каком-то индийском. Мужчины там были вот такие представительные.
Вот, как будто бы там сюжет был, как будто вручали Оскара. А он так понравился режиссеру, ему даже какую-то роль доктора в другом фильме хотели предложить. Хотели, но так и не предложили, короче говоря. Вот такой вот он, такой как это, характерный. Пока так. Ну, внутри потом покажу, сделаю обзор по нутру. Осталось разобрать вешалку, увезти в гараж. Все там помыть, там помыть, там помыть, там помыть. И вот такая пустота и чистота. Вот. А Саша видел, я написала сегодня, вернее, прочитала комментарий, что снимите обязательно нам реакцию Саши. Он тогда спрашивал, что-то говорит, что сейчас Машенька делает. Я говорю, танцует. А пока они делали, собирали ремонтники, она плясала тут. И он говорит, покажи, как она танцует. Я показала, говорю, ну, а вот это вот наша мебель, наши мебеля с тобой. Ну, он, да, нормально, нормально, хорошо. Больше на Машеньку он просил камеру наводить, чем на мебеля. Слива! Пока-пока! До завтра! Уезжают. Детей отвозят. Саши говорит, оставь себе Машу. По травкам, чтобы бегали. Отвозят их. Учебный год закончился, оценки выставлены. И сейчас на каникулы. Кантри-хаус на дачу. Дима с бумагой. Маша, пока! Маша, пока! Пока-пока! Маша, пока-пока! Маша! Маша! Направо, налево. Ну, Маша, наверх посмотри! Давайте, счастливо! Папа увидела, к папе. Ну, все, с Богом. Ой. Пойду проверю, хоть дверь-то я закрыла или нет. Закрыла. Понравилось, видите, уже все съели. Очень вкусно. Саши отчитались, сказали, в эритесте сковородка пустая. Гоби Манчурин, что мы делали. Все, дорогие друзья, счастья, здоровья вам, добра, сметаны, радости, процветания. Наверное, у меня новостей никаких больше не будет. Дело близится к вечеру, пойду монтировать. У меня очень много снято там, где я была в гостях у Даши. Там часа 4, наверное. В общем, мне надо монтировать. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока. Еле зажгла свечку. Все равно спичка быстро прогорает и до фитилька не достает. Я опять сейчас с мантрой полежу в ванной с пенкой.